Счастью жителя Ноукатского района Джапаралы Усенова нет предела. Купив всего 3 лотерейных билета от Кыргызлото, мужчина выиграл денежный приз. Счастливчик приехал в столицу специально для того, чтобы забрать свой выигрыш. Я играю с 2002 года. В первый раз выиграл такую сумму. Я очень рад. Потрачу эти деньги на своих внуков, куплю им одежду. Для жены куплю что-нибудь полезное. Я буду играть до того момента, пока не выиграю 1 000 000 сомов. Билеты алдым уже. Так. По 100 тысяч сомов в тиражной лотерее «Алото» получили 10 человек. Троим уже были вручены их вознаграждения. Заметим, что с августа этого года были разыграны не только денежные призы, но и дорогостоящие смартфоны и даже автомобиль, которые также нашли своих владельцев. Взяли, нам еще дали пригласительный на футбол. Но мы как-то так получилось, что мы не попали на футбол, мы были дома. И уже вечером как бы уже сели всей семьей, единственное, папы не было, с детьми посмотрели, и вот выходит выигрыш, машина. Ну, сначала не поверили, ну, конечно, потом позвонили мужу, потом как бы уточнили точно, что мы выиграли. Ну, были что с детьми, визги, крики. Продают, я говорю, пойдем попробуем. Взяли, в общем, 4 билета. И на 4-м именно билете получилось так, что как бы выиграли 50 тысяч сомов. Как бы сами себе не поверили, там люди вокруг начали там смотреть. Ну вот, мы выиграли. Поделим напополам с другом деньги. И играйте в Кыргызлото, спасибо. К слову, на этом розыгрыши не останавливаются. Впереди игроков ждут еще больше призов и подарков. В планах Кыргызлото провести 3-ю тиражную лотерею «Алото» уже 18 ноября. Алжака ваш поигрывал 1 000 000 сом. Главный приз – 1 000 000 сомов. По 30 тысяч могут выиграть десятки игроков, по 3 тысячи – 30 человек, а также предусмотрены по 500 и 200 сомов для следующих игр. Дай бог, главный приз может быть в виде квартиры или машины. Билеты можно приобрести во всех уголках нашей страны, а точнее во всех почтовых отделах и рынках. А в городах можно купить в торговых центрах. Стоит отметить, что благодаря игре компания «Кыргызлото» планирует оказывать помощь многим отраслям Кыргызстана. Наша основная цель – это накопление средств для финансирования и поддержки социально-культурно-спортивной сферы Кыргызстана. Стоит также заметить, что руководство компании надеется, что этот год они завершат успешно. Вы можете купить тиражные лотереи «Алото» или моментальные лотереи «Джитиген», «Ордо», «Тулпар», «Ильбирс» и в считанные минуты стать победителем. Играйте в «Кыргызлото» и добивайтесь успеха.